Ну, не знаю. Между аномалией и маслиной я уж лучше пулю выберу. Болото. Лодька в аномалию попала. Новая штука какая-то? Это радио, радиацию показывает? Или сигнал какой-то? Он повышается, видишь? Чем подходит ближе, тем повышается. Или пси-воздействие какое-то? Аномальное воздействие? Что это? Прям, да, скорее всего, аномальная какая-то штука. О, да-да-да. Ты говоришь, а я прям вижу красоту эту. Не первый год взор. Ну, Витя уже нахуярился, очевидно. Витя уже, блядь, два пузыря раздавил. И... Вот ты говоришь, а я вижу. Мне вроде примелькалось уже. А каждый день удивляет. Уже любого красота. Зона надоесть не может. Не может, факт. Я на барабанах. С Орком и Мишей в туалет я зашел. Журнал я взял, и да что я попал. Миша и Джуз задушили меня. Вот я проклятая свинья. Ребят, давайте супер. Вот, выживший. Не, думаю, пару часов я точно поиграю. Надо попробовать вообще ее пройти по-хорошему. На следующем стриме заебашим. А сейчас я не знаю, что делать. А сейчас я все, пока, пацаны. Спасибо, что пришли, блядь. Сейчас хуй знает, в ДБД пойду поиграю. Здорово, Муниверс. А мы тут балуемся. Рулетки крутим. За боксоны. Значит, все-таки Джуз. Иди кнопку! Денис, помоги! Толкнул меня второй раз! Денис! Что хочется сказать, да? Хочется поздравить будущего долларового миллионера Григоровича. Наконец-таки. Будущего миллионера Григоровича хочется поздравить уже вне зависимости от того, что произойдет в следующий год. Очень хороший трейлер. Кроме шуток, очень хороший. Так. Дату. Не смеялся. Ибо посрать не мешало бы. Блять. Это плохо. Она еще и, блядь, при смерти теперь. Надо ее в шкаф обязательно. Так, в шкаф. Шкаф, блядь. Вот так лучше. Теперь у нее проблемы. А еще проблемы. Рано. Не открывай. Хорошо. Ждем второго. Второй летит. Пизда тебе. Блин, я ждал, что после слов про СБ ты выскочишь из шкафа со словами «СБ уже здесь». Или как-то так, кеку. Что за хуйня? Почему их так много, блядь? Кто его вернул? Кто его вернул назад? Этот тип был здесь, тот был там. Как он вернулся? Блядь! Случайный выстрел в голову. Скажу, что его ранили, походу, блядь. Развязать нахуй. Кто его смог телепортировать? Эту кучу мы спалили. Слушай, если у меня бесконечный бензин, я же могу не париться, правильно? Я просто могу пройти и каждого поджечь и сжечь. Нахуя я их стаскиваю всех? Я же могу бензин здесь набрать, сколько мне нужно. Идиот. Как тушиться? А я погиб. Как тушиться, блядь? Как потушиться? Или здесь никак не потушиться? Боже, какая хуйня. Shift B это в станции. Одежда. Бензином туши. Начало отличное, блядь. Shift B, снимай одежду. Есть. Нотис, нотис, где нотис? Должны быть нотис. А вот нотис. Сумма на счету 4600. Да, мне хватит на ящик. Ну, торганемся с ним.
смысле, там больше, блядь, было, нотис. Сумма на счету 4600-200. Что не так я посчитал? 4620. А, 600-200 я сказал. Понятно, блядь. Добро пожаловать, нахуй. Я сказал 600-200. Новая сумма. Если им пишут туннель, то для меня это значит, ты молодец, блядь. Ты правильно понимаешь игру и правильно в нее играешь. Ты красава. Туннель — это придумали сурвы, блядь, которых пиздят. Понимаешь? Туннель, слагинг — это все придумали сурвы, которых пиздят. Это же не маньяки. Привет, придумали, Максон. Правильно? Хочешь ржачную историю? Ебашь его, блядь. Я тебе, сука, устрою, блядь. Сучий, сука, потрох, блядь. Я тебя до смерти, блядь, отпизжу, нахуй. Кусок ты говна, блядь. Мешаешь работе. Мешаешь работе. СБ. Черт, блядь. Да-да, извините. А нет, это же пауки террора, и правда. Ебать, колотить, вот это да. На нахуй. На нахуй. Пошел нахуй! Кусок говна, блядь! Ой, блядь! Ой, блядь! Не вижу нихуя! Сука! Щик-щик! Еще один! Здрасте еще раз! Ой, зомби, ебать, жестко. Ебать, вот это зомбези нахуй выдал только что, да? Отрезал челику яйца. Валера на подхвате. Делают два гиг. Тит второй, ждем. Выжидаем нахуй. Я догнал свой же патрон. Я догнал свой же патрон. И въебал себе в руку. Ага. 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 Так, ну. Окинок. Блять. Похуй. Тут полежу. Что-то меня быстро рубануло в этот раз. Сука. На подлёте такой уснул, ебать. Ось, блять. Бежим нахуй. Ну шо, Максон, как оно? Нормально, что там ты сделал? А, я сверх капитана. Нахуя? Потому что, блять, он взорвал полстанции нахуй. Как он взорвал полстанции? Блять, у него были планы на абдукторов закладывать бомбы и ловить их на бомбы. Сначала он на мостике взорвал брифинг этот. Брифинг А, вот что взрывается. А потом он взорвал всю РНД нахуй, хуям. Ебать, абдукторов было. Один, два нахуй, три, четыре. А нет, это абдукторы, джективы. Предложить. Ты же знаешь, который аниме озвучит, и студийная банда. Вы знаете, я единственный раз пересекался с людьми из студийной банды, и запомнилась мне эта встреча. Это был стримфест хуй знает какого года, который проходил, я не помню. Когда был стримфест, на котором я был? 2 года назад, наверное. И ко мне пришли и попросили сказать ребята с микрофонами, что скажи, пожалуйста, что студийная банда — это лучшая аниме озвучка. Ну, я не буду дураком и сказал, я не впадлу бы. Я не смотрел их, ну, я сказал, думаю, что людей расстраивать. И сказал, ну, студийная банда — это лучшая аниме озвучка. Прямо на стримфесте. В общем и целом, я никогда не слышал их озвучивание и все такое. Но думаю, что ребята нормально делают свое дело. Кагуя. А, ну нормально. Не, Кагуя хорошо, он здорово, Лиска подсказывает. Ну хорошо, работают, значит, молодцы. Если...
Вони тоже связи с ЕЕ, информация о научной станции, все показания. В завершение ставит сингуляр, произошла критическая ситуация. Сингуляр уменьшилась в углу, увеличивается уже щиты, начинает жрать станцию, соответственно, по 2 частицы нам нельзя, это значит, что без нового источника питания станция будет обесточена, и ты понесешь финансовые потери. Нихуя себе. Я не уполномочен. Я такие вопросы не решаю, блять, в пизду, все слишком так. Кексы не пропадают. То, что я хотел. Измена. Сигареты где? Измена. У меня нет сигарет. А дверь спиздить можно? Кстати, интересно. Измена, блять. Надо идти курить, нахуй. Жопа, блядь. Снимает штаны. Становится задом. Уважаемые либерцы, не могли бы вы доставить для меня анальные свечи? Снял штаны в ответ. Нам они тоже нужны. Принято. Конец связи. Так, что пилот творит? Просто дурачусь. Успокойся. Пилот ведет переговоры, блядь. Давайте так, я вам пообещаю, что я не закину зомбоид, но сейчас у меня люди участвовали в аукционе тестовом на Детройт, так что и, к сожалению, не в следующий раз. По сути, я жду телепорта, нока чувака, после нока чувака телепортируется второй, и я сижу, блядь, жду, пока ТПшница второй. Второй проявляет себя, и охуеть. Ну охуеть. Это не то, что мы искали, но тоже неплохо. Да нет проблем. Да нет проблем. Жду еще. Ох ты. Свинопас. А за что мы его? Братишки! Блять! Ох ты, сука! Дай с ноги ебану ему! Да. Ну, с ноги, блять! А что он сделал? Ребят! Или похуй уж? Я не знаю. Охуеть, блядь. Прихожу, СБшники мимо пиздят втроем, вчетвером окружили, прям палками в усмерть, блядь, забивают. Подхожу, говорю, мужики, дай въебашить ему. Похоже, так все подошли, блядь, и скинулись мимо. Дефолт вообще, абсолютный дефолт. Давай. Даю. Так. И я спалил проценты банды снова. Что блядь. Ты будешь делать? Опять 25. Все же было хорошо, но нет, надо было проценты банды показать. Все в жизни, блядь, получилось, блядь. Так случайно выходят разные вещи из-под контроля, блин. Теперь я никуда не отмажусь. Раньше можно было сказать, что это шутка, больше это, блядь, да? Жара 34 градуса. Да пиздец вообще. На работе запары страшные. Ага. И неделя, а ад кромешный. На стримы не попадаю. Пойду в записи смотреть. Петюню, братишка. Спасибо за 990, давай, старичок. Это отсылка на кого-то была? Удачный охот. Не знаете никого? Почему Сергея не показали? Показали в конце. Кто такой Сергей? Нет, я не про Good Hunting Stalker. Или это он и есть, блядь?
Так мы в прошлом, что ли, блядь? Я не понимаю. Что происходит, блядь? Сталкер. Что происходит? Он снял ботинки! Ботинки! Там кто-то кричит сюда. Вы сами выбрали смерть. Пилот там, лидер экспедиции идет. Босс, это так. Шутка. Ой, а теперь объяснение. Там мой друг работает. Поздравляю с 2000 плюс косабов на канале. Мы с ним в жопе мы разговариваем. Не каждый стример может похвастаться. Можете позвонить. Тем, что у него такие хорошие, мужественные, секс... Появился, блядь! Появился, блядь! Клоун, иди погуляй ненадолго. Оставь одного ботаника. Операция кипит. Молодец. Умница. Лучший, блядь. Лучший из нас, нахуй. Камень и бросить волка, но не каждый может взять волка и бросить камень. Привет, красавчик. Спасибо, что ты у нас. Привет. Есть. Пожалуйста, не покидай нас на целую неделю. У нас в Питере на гражданке Шаэль сегодня дождь. Я не понимаю, это какой-то питерский народная забава, вид спорта петербургский. У кого когда дождь шел, был дождь, не был, и делиться этим. Зашел я на вечно главном, и там лежат подруги. Подруги лежат в леггинсах в одинаковой позиции и лижут микрофон. Я, наверное, блять, неправильный человек, понимаешь? И на это. И еще самое. И на это смотрит по 15, по 20 тысяч человек. Ебать! Мы просто уже все они пиздят теперь обратно. Нормально же общались, блядь. Дратуйте. Блядь, затку, давай! Только не ним. Давай, затку, уезжай! Уезжаем нахуй отсюда! Подожди, старик, подожди, тут пиздец! Спасибо. Тут игры двух словах. РП. В двух словах, экипаж прилетает на станцию делать свою работу, да? Смена такая. Прилетает экипаж, начинает делать свою работу. И тут внезапно происходит хуйня. А какая хуйня происходит, мы узнаем в раунде. Раунды обычно по 2,5-3 часа. РП игра. Блять, укололи, не вижу нихуя. Ай, сука. Чужой. А, помогите, у меня чужой на лице. Помогите, помогите. Лицо. Бей его. Лицехват на лице. Он на лице! Убейте его! Он жив, блядь. А, это игрушка. А, сука! Это игрушка! Боже, блядь! Какой ужас! Я чуть не умер от страха. Спасибо за ВС. Ты слышишь меня сейчас, Муня? Не слышишь, да, наверное? Группа Soundgarden. Крестный отец одного из группы Linkin Park. В общем, я 20 слотов открыл на сегодня. Сейчас, Муня, подожди, у меня тут какой-то движ идет сумасшедший. Понял, со всех сторон сейчас. Понял. Так, во-первых, спасибо еще за косарь. Понял. Ну, конечно, да. Всем спасибо. Понял, все, да? Благодарю еще за 220. У меня зашло на сервак. Майнкрафт отлетает.
боже! Ебать, Detroit Become Human, сюда! Ну что ж, блять, ну что ж. Мне кажется, мне от вас никуда не деться, ебать, теперь. Теперь Detroit Become Human придется ебашить. Все вышло неплохо. Аре... Серега, хорош. А она заражена теперь? Она теперь заражена? Серега, ты что делаешь? Ты заражаешь людей, Серега, блядь. Из-за тебя, нахуй, ограничения антиковидные. Ты чё, блядь, сиди дома. Блядь. Fuck yeah. Чертовски хороший ран. Вся хуйня, полный порядок. Говорю, чильно, сжём труп. А, я могу вернуться сюда? Я могу вернуться сюда? Ну это как-то софткорно даже, не знаю. Блядь, что-то я перестал себя плохо чувствовать. А теперь, сука, ты будешь страдать, блядь. Хорошо. Это тоже подойдет. А теперь, сука, ты будешь страдать, блядь. Кусок говна, блядь. Готово, блядь. Принимай товар, нахуй. Держишь? Да, конечно. Вот сейчас, если бы ты меня сбил и потом бы упал, было бы рофильно. Ну что? Сюда! Блин, я думал, шпрот трейтер до конца. Да, я тоже так намекал, знаешь. Я думал тебя убить, но потом подумал, ай, ладно. Просто так? Да. Слушай, я потом в гильдию орков присоединился. Ладненько, ребят. А что? Пойду потиху... Тарков вайп. Мне настолько поебать, честное слово, мужики. Я искренне не понимаю, как можно играть в Тарков так долго. Это уже не первый вайп, а хуй знает какой. И каждый ебаный раз одно и то же, блядь. Каждый ебаный раз ты выполняешь, сука, одни и те же квесты, блядь. Ходишь на одни и те же локации, собираешь один и тот же лут. Заебало. Правда? Мне надоело, мне лично надоело. Поэтому удачи. Ебаный дробовик, блядь. Им не уйти. Ну, мрази, блядь. Настал ваш смертный час. Обезьяну превратить в человека. Гранату сду в карман. Нет. Так, у нас ситуация. Так, у меня ситуация. Ставил засаду на абдуктора. Обогнал свою пулю. Прострелил себе руку. Когда подбирал револьвер, подстрелил наживку. Все вроде живы. Но дресня у меня на штанцах еще не просохла. Ух, блять. Почему? Мы мирные торговцы. А меня это не волнует. Я буду вам набирать. Вы будете говорить, как торговое судно Либерия приветствует вас. А я буду говорить, поприветствуйте мою жопу. Снял штаны. А мы тебе скажем, мы можем ее купить. Нет, не можете, я скажу, оно не продается. А да? Да? Артур не верит. Бля, жалко, что он не перешел. Не пойдешь, я. Байти. Шпрот! Шпрот, ты что делаешь? О, нет! Бля, почему в итоге кто из вас? Это просто пиздец. Кто?
Максим, а ты знаешь, что Муниверс давал доступ на Prime всем, кто регистрировался в его игромную, в его рекламную игрушку? Муниверс. Лидекс, спасибо большое за подписку за 31 месяц. А ну, удиви меня. Юнит свободен. А, давай-ка, юнит. Давай-ка, юнит к карго. На один день. Ну, на один день там. А если бы тебя пригласили озвучить какую-то роль в аниме-сериале, согласился бы не обязательно главную, просто интересно. Я не имею опыта в этом, да? Если бы меня пригласили куда-то, я бы сначала попробовал пройти какие-то экстерном курсы озвучивания или что-то того. Так что такие дела. И мне всегда, кстати, было... Неужели в доме? Да, в доме. Типа так, кажется, да, должно работать как-то. Если я не ошибаюсь. Вот она идет, смотри. А там, когда наводишь, не появляется никакая у тебя кнопка на мину? Не, ну подожди, это вторая мина, которую я ставлю, первая взорвалась. Мне кажется, они должны прям по ней пройти. Они, а зачем? Ну, ящики. Поражение. А, логично. Так, да. Айда. Нам... Ой, нам далеко. Да. Далековато. Далековато.